поэту «Пробаян» почти 15 лет, а родился он в Брянске. И хоть родина Валерия и Петра – соседняя Россия, по-настоящему свой талант ребята раскрыли в Могилеве. Творческий взлет начался с учебы в филиале Белорусской государственной академии музыки. Делали свои сольные концерты, ездили на конкурсы, фестивали. Ну, после этого, естественно, все не закончилось. После окончания мы еще сделали цикл концертов по музыкальным училищам, искали, куда бы нам себя применить. «Пробаян» – название не случайное. Своей игрой музыканты рассказывают про инструмент, показывают его выразительные возможности. Да, друзья, баян нынче не тот. Если раньше ребята оттачивали технику на механических этюдах, то сегодня баян – это суперсовременный электронный музыкальный инструмент с акустической системой и набором функций, как у синтезатора. Инструмент ручной работы, под заказ. То есть, можно так сказать, что таких инструментов больше нет. По крайней мере, в таком цветовом оттенке и с такой клавиатурой. Музыканты постоянно в творческом поиске, играют и академическую музыку, и популярную, и все же предпочтение отдают последней. Сейчас мы занимаемся конкретно вот этим направлением. Хочется добиться здесь каких-то высот определенных, ну как минимум стать знаменитым. Кстати, свой первый диск музыканты уже записали. В него вошли 8 композиций в стиле танго. Свое высокое профессиональное мастерство ребята подтверждают на конкурсах и фестивалях. Каждая награда по-своему ценная, но есть и те, что особенно важны для профессиональной гордости. Например, лауреатство на престижном международном конкурсе в Санкт-Петербурге. Будучи еще студентами Академии музыки, мы рискнули съездить туда и не пожалели. Общаешься с различными музыкантами из других стран, смотришь на уровень, на каком мы находимся, на каком они находятся. Дуэт «Пробаян» – завсегдатай многих культурных мероприятий, и не только Могилева. Чего стоят одни дожинки и золотой шлягер? Из простой ирландской мелодии родилась вот такая музыкальная композиция, а хореография добавила сценических красок. А еще от чистого сердца талантливых музыкантов, которые каждый день могут дарить подарки в виде своего творчества. Дорогие женщины, поздравляем вас с наступающим праздником. Любите и будьте любимыми.